Юный повар кафе «Мускат» в Петропавловске помирился с пострадавшими от его кулинарных шедевров. В отношении него прекращено уголовное дело. Как сообщили ранее, 23-летнего парня обвиняли в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Как установил суд, юноша без соответствующего профессионального образования в сфере общественного питания в начале этого года был принят на должность повара третьего разряда. Не имея навыков приготовления пищи для неопределенного круга лиц, он осуществил на одной поверхности размораживание и нарезку сырого мяса курицы, а после на ней же приготавливал продукцию, которую реализовывал. В результате некачественной едой отравились 12 человек. Все они были признаны потерпевшими по делу. В ходе судебного рассмотрения пострадавшие, подсудимый и его защитник заявили ходатайство о прекращении производства по делу в связи с примирением сторон. В соответствии со статьей 76 Уголовного кодекса Российской Федерации, лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный вред. Подсудимый совершил преступление впервые, вину свою признал, а загладил вред путем выплат денежной компенсации всем потерпевшим. В этой связи суд принял решение удовлетворить заявленное ходатайство и вынес постановление о прекращении уголовного дела и преследования в отношении юного повара. Судебный акт еще не вступил в законную силу. В прокуратуре добавили, что освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением сторон – это не реабилитирующее основание, то есть подтверждается вина повара, и поэтому у него нет права на реабилитацию и на возмещение ущерба, который он понес в результате уголовного преследования.